Значит, вчера покорила я Добби, просто покорила. Она у меня на заставке в телефоне собака. Я такой, какая красивая. Она говорит, да, парень 2 года. Я говорю, а как зовут? Она говорит, Кабал. Я такая, это что, как из Mortal Kombat? Он такой, ты третья в мире, кто вообще так сказал? Она... Я говорю, ну я потому что-то я старенькая, взросленькая. Она говорит, нет, даже кто постарше вообще не понимает, откуда это, почему так. Я просто запала в душу, вот частичку себя я оставила навсегда с ней после вот этой истории. Я себя очень хорошо чувствую. Девушки так мне хорошо приняли. У меня что-то с голосом произошло. 2 дня я извиняюсь. Но себя очень хорошо чувствую. Девушки очень так хорошо. Я не знаю, как объяснить. Так тепло мне приняли в команду. Ну, интересно. Разное, чем в Китае я была. Так сейчас здесь я понимаю, это другой волейбол, уже другой. Another type. Так что... Хорошо, тоже тренировка прошла. Мне вообще здесь, в Казани, я только что всем моим друзьям, семье сказала, что это первый раз. Я думала, что я была, играла в очень много командах и видела все. Но когда приехала здесь, я была, кажется, 11 или 12 лет назад здесь, когда Фарбита играла. И сейчас, когда заново здесь, просто организация, зал, вообще все очень-очень круто, очень все есть для один игрок, который только должен фокусироваться вверху игру. Другого ничего не нужно, потому что все на одно место. Очень-очень хорошие. Я против играла против Заряшка и против Гайла. Так как я шучу, что я здесь одна из самых старых, я говорю, здесь Полинка может быть моя дочка. Так что хорошая атмосфера, они все позитивные, все так дружески настроены ко мне. И я очень благодарна за то, что так мне приняли сразу. У нас еще так посидеть, пообщаться, еще не было времени, потому что девчонки играли в другой город. Я думаю, где-то сейчас будем поговорить, будет мне сказать, что ожидается. И я смотрела несколько игр «Динамо Казан», когда в Китае была. Мне кажется, что команда очень хорошая, и мне кажется, что у нас есть все шансы, чтобы попасть в первых места. Я здесь приехала помочь на мой максимум, так что я надеялся, что мы успеем и закончим сезон на хорошее место. Давай, Добби, сколько тебе носков в жизни подарили? Носков? Ну, носков сколько? Да не, ты поняла, почему носок? Нет. Поняла, почему Добби? Нет. Гарри Поттер. Ты смотрела Гарри Поттер?